Илья Фуфырин, спасибо большое за донат с текстом. А как тебе, как музкритику, это пенсня? Спасибо, Илья Фуфырин, за донат. Я ее знаю, но она мне не особо так на вкус, там моя честно. Эй, детка, я как никогда сегодня раскован, как водители заводят моторы, точно так же ты заводишь меня. Послушай, ну это по сути пародия. Слишком людно и тесно, но недалеко тут есть одно место, куда я увезу тебя. Отель Кооператор, скрипящие кровати. Как говорится, это импортозамещение. Не отель Калифорния, а отель Кооператор. Полулюкс. Интересно, есть реально такое? Эй, детка, не ссылайся на свою усталость, мне вот тоже сегодня досталось. Есть. Такая отмазка не прет. Вот звук. Эй, детка, я как никогда сегодня раску. Вот звук отеля. Ну, музыкально тут не очень интересно. Но это как бы это камеди-рок, пародия такая, не знаю. Отелька оператор. Он не адекватен. Тебя везу в отель. Отель Кооператор. Учитель хули. Модели, депутаты. Пускай висят в хаяте. Но ты ведь не модель. Отель Кооператор. Отель Кооператор. Ну такое, шаблонное все. Ну нормально. Все сделано по какому-то шаблону, просто примитивно так достаточно, ну... Типа правильно сделано, что ли, но... То есть тут и шутка такая очень, ну, полулокальная такая все равно. Здесь, с одной стороны, оно не настолько уморительно, да, чтобы забить болт на то, что здесь музыкально не суперинтересно сделано. С другой стороны, не настолько, не знаю, музыкально прикольно сделано, чтобы... ну, как бы, ну, есть какие-то отсылки к таким, типа... Типа все вот эти вот такие ракешниковские вот эти приколы. Вот. То есть, в принципе, пародия на бесконечное число таких песен, что там... Короче, девочка, я тебя увезу, и там описывается какое-нибудь райское место, куда я тебя увезу, то есть там, не знаю, где-то это Hotel California, где-то это там, значит, какая-нибудь, там, типа, московские закаты, там еще что-то, там что угодно может быть, но по итогу отель Кооператор, блин, у него название именно такое всратое очень, я не знаю, вот. Mm-hmm.
То есть просто, ну, вся шутка в этом, в принципе. Ну, это как бы для меня такая средненькая, типа, песня. Она не очень плохая, но... Нет такого, что мне заходит. Просто после того, как там, допустим, преждевременное семяизвержение слушаешь, где все сделано прям супер по красоте, уже не так заходит.